Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьёрндален заявил, что нельзя сравнивать допинговые истории норвежской лыжницы Терезы Хаук и российского биатлониста Александра Логинова. 45-летний спортсмен также добавил, что у него самого никогда не было проблем с астмой. Не сомневаюсь, что в России одинаково оценивают историю Хаук и Логинова. Но эритропоэтин нельзя сравнивать с кремом для губ, сказал Бьёрндален. Это разные истории. Йохаук пользуется поддержкой в Норвегии. Думаю, это была случайность. Терапевтические исключения? Ну, здесь все решает ВАДА. Для меня доверие к этой организации под большим вопросом. Они непоследовательны. У меня также есть вопросы по астме. Мне не по душе эти лекарства. Должен быть создан единый центр выдачи противоастматических препаратов. Я не испытывал проблем с астмой. У меня прекрасные легкие. Напомним, что Логинов был дисквалифицирован на 3 года после того, как в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эпитропоэтин. Йохаук была отстранена на 18 месяцев из обнаружения в ее допинг-пробе колестебола в октябре 2016. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!